Всем доброго времени суток. Вот и наступила рубрика поздравления от папы Валеры. Все, кто родился сегодня, 16 августа, поздравляю вас, дорогие. Поздравляю вас с этим прекраснейшим днем вашего рождения и пожелаю вам счастья, добра, радости, богатства, здоровья самое главное. Я думаю, когда у человека все это есть, он по-настоящему счастлив. Он по-настоящему чувствует себя безопасно и счастливо. Поздравляю вас и желаю вам от чистой души, чтобы ваш жизненный путь, он именно так и проходил, в достатке абсолютно всего, чтобы у вас был полностью достаток во всем. И чтобы вы были, самое главное, здоровы, счастливы и богаты. Также имениннике примите, пожалуйста, поздравления от меня. И также вам желаю, чтобы вы были счастливы, радостны, богаты. Да, это неотъемлемая часть нашей жизни, потому что вы сами прекрасно знаете, когда этого не хватает в кармане, люди начинают нервничать, переживать, и возникает много-много проблем. Ну вот такие поздравления. А что касается сегодняшних дней, праздников в сегодняшнем дне, или событий в сегодняшнем дне, то сегодня день малинового варенья. Знаете, у малинового варенья есть свой день. И, наверное, не зря, по той причине, что о его целебных свойствах, лечащих свойствах, также можно сказать, да, знают многие, что если простуда начинается, вот-вот-вот только она начинается, достаточно чая с малиновым вареньем, и ты уже, наверное, на ногах. Ну, мне, по крайней мере, помогало раньше. Поэтому, кто не знал, знайте, что у малинового варенья есть свой день. Что же касается еще дней, то сегодня день памяти Элвиса Пресли. Помните такого? С гитарой такой, на Кадиллаке, по-моему, он ездил. Кто не знал, знайте. Может, кто-нибудь слезу проронит. Ну, не знаю, у кого как. Я просто знаю, что был прекрасный певец и много спел красивых песен. А сегодня еще очень также важный день. И он называется «Настоящая любовь навсегда». Вот каждому, кто меня сейчас смотрит, каждому, кто заглянул на эту страницу, я пожелаю, чтобы вы нашли эту любовь, самую-самую настоящую в своей жизни, и чтобы она была навсегда. Знаете, есть такой, и жили они долго счастливо, и отправились в один день куда-то в далекое путешествие, вот чтобы вас такая любовь настигла. Ну, у меня с моей любимой уже давно договоренность есть, что мы будем жить долго и счастливо, и в один день отправимся куда-нибудь там в путешествие далекое. Воспользуясь случаем, признаюсь ей еще раз в любви. Любимая, я люблю тебя. Моя дорогая Мариночка. Ну, ладно, ладно, потом скажете, о, только ради этого ты видео снимаешь. Ну, и в том числе тоже, чтобы выразить свою любовь к моему дорогому человеку. Что же касается сегодня еще дней, то есть такой прикольный день, а он оказывается вообще международный, и он называется «Помашите рукой в камеру видеонаблюдения». Не знаю, кто какую камеру найдет, помашите туда, скажите «Привет». Я, наверное, сегодня махать буду всем камерам, которые будут меня снимать по дороге, ну пусть полиция тоже порадуется, что я могу это сделать. Вот. А вы какую найдете? Ну, вот вроде бы как бы и все на сегодняшний день. А, да, ребят, извините, кто не получил поздравления вчера, 15 числа. Ну, вот как-то получает, кто следит за моей жизнью, за этими выпусками, тот, наверное, поймет, что регионы Грузии меняются каждый день. Поэтому вчера просто не смог, но от души также поздравляю вас, у кого было вчера день рождения. Ну и, как говорится, лучше поздно, чем никогда. А поздно – это проявление внимания. Так что, ребят, вам также желаю всех благ. И чтобы Вселенная сама укрывала вас, благословляла и давала все необходимое для вашей жизни. Ну вот, вроде бы и все на сегодняшний день. Если что-то забыл, пишите в комментариях. Ну а пока, наверное, да? Да, кстати, извиняюсь, пока подождет. С медовым спасом, который вчера начался, всех так же. Но вот не получилось вчера выйти и столько вещей интересных пропустил. Ну а пока
пока. И до встречи на канале Папа Валера в рубрике поздравлений. Всем привет, удачи и хорошего настроения. Пока-пока, до завтра.